Депутаты от фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского городского округа приняли участие в масштабной экологической акции «День без автомобиля». Партийцы на велосипедах объехали территории нескольких населенных пунктов и проверили ход работ по благоустройству. Так, в территориальном управлении «Большие Везёмы» единороссы осмотрели детские площадки и проконтролировали процесс установки новой хоккейной коробки на месте снесенных гаражей на Петровском шоссе.